Всем здравствуйте, я художница Наталья Глушенкова. Хочу представить вашему вниманию картину «Могучий дух воина» для конкурса Golden Time Талант Гранд Финал. Эта картина выполнена в технике спиртовых чернил. Техника уникальна тем, что в ней не используется кисть практически. Ну, если она используется, то это только для доработки мелких деталей. В основном я управляю потоком воздуха, раздувая массу чернил, создавая форму объекта, которого я рисую. На сегодняшний день я являюсь единственным художником, который работает в этой технике, создавая картины, приближенные к реалистичным изображениям.